Сегодня Чувашия и Пензенская область стали ближе. Конечно, количество километров между регионами осталось то же, а вот дружеские связи стали крепче. С визитом в 58-й регион прибыла делегация региона 21-го. В ее составе была и наша съемочная группа. Чувашия и Пенза сделали большой шаг навстречу друг другу. Несколько часов назад в областном доме правительства главы двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Вообще делегация Чувашской республики прибыла в Пензу накануне. Поздним вечером гостей встречали в городском ледовом дворце «Дизель». Спортивный объект возвели недавно. Сейчас именно здесь тренируется местная молодежная дружина. Пользуясь случаем, Михаил Игнатьев пригласил хоккеистов и на открытие Чебоксарского ледового дворца. Интересовались представители нашей делегации, какие условия здесь создают для удобства зрителей. Опыт Пензы может быть полезен. А сегодня гости из Чувашии ознакомились с работой местных предприятий. На заводе по производству деликатесов из мяса и индейки чиновники наладили полезные контакты. Этот проект впечатлил и Михаила Игнатьева. На этих предприятиях сами производители производят качественную продукцию для наших потребителей. Это наше здоровье, это здоровье нации. Поэтому продукция Инди Лайм в Чебоксарах уже продается. Появилась она в федеральных сетевых магазинах. Самое главное, наша задача теперь вот, психологически приучить людей, чтобы они питались этим здоровым, качественным питанием. От этого зависит вот, здоровье наших детей прежде всего. И я буду принимать все меры для того, чтобы данная продукция появлялась и в детских садах, и в общеобразовательных школах. В завершении деловой программы представительная делегация из Чувашии посетила и городской технопарк. Губернатор области Василий Бочкарев заметил, что оба региона могут быть полезны друг другу. Делегация Пензенской области в Чувашию намерена приехать в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Из города Пенза.